Привет, дорогие друзья, делюсь, ну, я начинающий водитель, сам информацию, ну, как бы со мной поделились, и я делюсь Фрайбург, Германия, поездом в Италию, часто, да, приходится ездить, и в компании, в которой я работаю, много других людей ездят, поэтому скидываю вам видео координаты, рассказываю в двух словах о каких-то возможных нюансах, это именно дорога, по которой мы едем из Германии в Италию, Фрайбург, с Фрайбурга в Навару. Кто-то с этим столкнется, кому-то это понадобится, думаю, будет полезно. Значит, на парковке вам указывают место, вы подъезжаете в полосу с указанным номером и идете в офис. Проходите здание белое, ну, проходите под мост, там будет здание белое, там позже видео будет видно, буду проезжать мимо него, как ехать на вагоны. И в здание заходите в дальнюю дверь. Не та, которая ближе, это выход, а та, которая дальше. Заходите, два больших окна, и висят на стенке такие буклетики с указанными языками. Там русский, чешский, польский, немецкий, итальянский. Вы берете тот язык, который вам удобен, на котором вы говорите, и вписываете туда название компании, номер билета, вес автомобиля, вес груза. В принципе, все, расписываетесь, отдаете билет, его регистрируют, вам дают А4 листок, в правом нижнем углу будет указано ваше место, на котором вы будете ехать, именно вы, а не ваш автомобиль, и дают два жетона. Вы идете, двигаетесь по помещению в сторону той двери, которая была к вам ближе выход, и там два аппарата. В один аппарат закидываете жетон, вы получаете сэндвич такой жирненький, с кноперсом, это такой сладкое изделие, короче, вы получаете, и бутылку воды на жетоны, плюс вам дают простыню такую, импровизированную. Все, вы идете в машину и ждете своего времени, и в назначенное время над вашим потоком загорается сигнал светофора зеленый разрешающий, и вы едете грузиться на поезд. Грузитесь на поезд, идете в вагон, занимаете свое место. В вагоне вам обязательно попутчик все расскажет. Вагоны удобные, комфортные. На втором ярусе специальные сетки для вещей. Застилайте простынь. Обязательно с собой берите подушку и одеяло. Это, ну и теплые вещи, да, тоже, чтобы были. Подзарядку, розетки есть. В купе розетки на 220 работают. Поэтому берите, чтобы заряжать. Очень сильно садятся устройства. И помните, вы будете ехать через Швейцарию. Поэтому ваш интернет, если он в Швейцарии не работает, либо очень дорогой, учтите этому. Как-то так. Все, всем добра. Продолжу свой рассказ такими заездами, съездами с поезда, ну и маленькими там вступлениями, вкраплениями. Всем добра, увидимся, услышимся. Пока-пока. Hey.